может, чернила? Белая длинная. Да, а черная? А черная какая? Короткая нотка. Да. Фортепиано, правильно? Инструмент так и называется, потому что мы на нем играем и громко, и тихо. Инструмент фортепиано. Ну-ка, сказали дружно. Фортепиано. Молодцы. Итак, наша история. А какую нотку вы уже знаете? Сонечка, ты не помнишь, как нотка называется, которую мы посадили на первую линию? Умничка! Нотка. Ну-ка, теперь давай учить. Вот умница. Ну-ка, вот так вот. Можно пальчиком вот так. Вот, вот. Ну-ка, попробуй ты поиграй. Молодец. Пальчик, вот так держите, мальчик. Лиля, получай.